Иди в дом, сын. Ты вышел из себя. Этот урод хотел нас убить. Ты тоже злишься в бою? Злость станет оружием, если ее подчинить, использовать. Ты этого не умеешь. Когда ты... Я уже давно не болел. Мне лучше. Ладно. Ну, давай. Мне тебя ударить? Да, попытайся. Ай! Что ты... Давай еще. Ну вот зачем ты... Медленно. Давай еще. Хватит! Нет, слабо. Еще. Еще. Хватит! Еще! Твоя злость застит тебе глаза. Впереди тяжелый путь. И ты, Атрей, к нему явно не готов. Что это? Тише. Выходи! Ни к чему теперь прятаться! Я про тебя все теперь знаю! Что происходит? Кто это там? Более того, я знаю, кто ты! Сын, лезь в подпол. Живо! Ты же запретил туда лазить. Кто это? Я не знаю. Чего он хочет? Я не знаю. Лезь. Просто ответь мне на вопрос. И обойдемся без кровопролитий. Я думал, ты крупнее. Хотя ты явно тот самый. Далековато забрался, да? Что тебе нужно? О, зачем же ты спрашиваешь, если уже знаешь ответ? Ты меня явно с кем-то перепутал. Лучше уходи. Надо же! Я-то думал, что вы все из себя такие высшие существа, а не чета нам, такие умнее. А ты просто забился в эту лесную берлогу, как трусливый зверь. Ты зря нарываешься. Ну, конечно, не зря. Пошел из моего дома. Ну, для этого тебе придется меня убить. Я предупреждал. Наконец-то! Ты не послушал. Нет,
Так дело у нас не пойдет. Ладно. Теперь... Какое жестокое разочарование! Давай же! Бесполезно! Ты скучен! Хочу знать, и боль уйдет. Это просто. Почему тут две кровати? Прочь из моего! Задел за живое, да? Кого ты прячешь? Ты медлителен и стар. Не надо было тебе приходить в Мидгард. Ну что, еще разок? Слишком много слов. Не хочешь говорить? Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет. Ха-ха-ха!
Тебе надо было состроить гордеца. Давай, бей со всей силы. Я не отступлю. Ты стар и скоро выдохнешься. Прежде чем ты умрешь, знай вот что. Я ничего не ощущаю. Сам видел, ты не можешь причинить мне вреда. Ничто не может. Эта драка бессмысленна, как и твое сопротивление. Можно было без этого обойтись. А, ты жалок! Тебе не победить! Я ничего не ощущаю! А вот ты ощущаешь все! Ну не сдаешься! Я же не мой брат! Если бы ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе! Но нет! Покончим с этим! Тебе не победить! Меня ощутить что-то, но ты не смог. Знал ли он о моем прошлом? Как они нашли меня спустя столько лет?
Фэй, что мне делать? Наш сын не готов нести твой пепел на вершину горы. Я не знаю, как это сделать без тебя. Но оставаться тут нельзя. Сын. Вы там как? Я думал... Все хорошо? Все хорошо. Идем. Собирайся в путь. Мы уходим. Я же не готов. Так и есть. Но выбора не осталось. Докажи мне. Докажу. Гора. Путь будет долгим. Да, но он очень важен. Ого, что тут случилось? Сделал то, что должно. Его фонари! Не оставляй меня одного, ладно? Ладно. Вверх. Ты раньше убивал людей? Ты это умеешь. Мы делаем, что нужно, чтобы выжить. Я понимаю, звери. Они пища. Драугры, они и так уже мертвы. Но люди, они же тоже хотят выжить. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяние. Не пускай их страдания. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Я понимаю. И это было тут всегда? Поможешь мне забраться? Будет лучше видно. Оп! Так, здесь идти некуда. Разве что по мосту. Сын. Да. Хорошая идея.
Отец, по пути мы встретим других людей? Да. Мирных? Нет. Грабителей? Возможно. Да. А. Смотри, раньше весь наш лес защищала полоса деревьев, но вон там в ней прореха. Это ты срубил? Она выбрала деревья для своего костра. Я не понимаю. Идем. Не оглядывайся. Так сколько времени уйдет на дорогу до горы? Я не знаю. Успеем до зимы? Не знаю я. Ладно, ладно. Они нас не видят. Стрелять? Жди команды. Если хочешь помочь, отвлекай их. Если враг не моя цель, значит твоя. Но только если уверен, что справишься. Смотри. Ладно. Поселение йотунов. Йотунов? Великанов. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня языкам, которые знала. Они вроде как родственны, поэтому я могу иногда разобрать смысл в незнакомых. Да? Что-то еще? Стреляй медленней, за скорость платишь меткостью. Понял.
Эй, кажется, там сундук. Как ты это сделал? Иди. Ага. Вон гора! Идем! Погоди! Крепкий! Видишь? Помоги! Помоги, отец! Держись! Скорей! Я сорвусь! Держись крепче! Я сейчас! Все обошлось. Хватит бегать. Спешка дорого стоит. Прости. А, снова драугры. Но эти не движутся. Они мертвы? То есть, совсем мертвы? Сын. Живые, живые! Помни, меткость важнее скорости. Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя. Посмотри! Читай. О, тут раньше был рынок. Давным-давно великаны торговали тут с богами. Интересно, бывал ли тут Один? Кто-то ломает стену! Наверху! Кто-то ломает стену! А,
Ты слышишь? Что это? Увидим. Не отходи.